Тренер Головкина выдал неожиданный комментарий о бое с чемпионом суперсерии. Эйбель Санчес прокомментировал заявление известного промоутера Эдди Хирна о возможном поединке казахстанского боксера с британцем Калумом Смитом. Напомним, Эдди Хирн заявил, что Головкин является приоритетным вариантом для Смита на бой в мае следующего года. Промоутер намерен устроить суперпоединок на стадионе Энфилд в Ливерпуле, уроженцем которого и является Калум. Я думаю, Эдди Хирн, используя имя Геннадия Головкина, просто хочет поднять свой бренд. Разумеется, для него это имеет смысл. Однако Трипл G сейчас пребывает в отпуске, заявил Санчес в интервью World Boxing News. Глава Всемирного боксерского совета WBC попытался конкретизировать ситуацию с санкционированным элиминатором между Головкиным и Чарло, победитель которого должен будет сразиться с Альваресом. WBC санкционировал бой Чарло, который является временным чемпионом, с Головкиным, потому что Трипл G потерял свой титул в весьма спорно близком бою и заслуживает остаться в игре. Но вместо того, чтобы драться с Чарло, Головкин попросил прямой реванш с Канело, Канело же запросил добровольный бой, все смешалось. И мы обязали провести бой Головкин-Чарло, надеюсь, он состоится, победитель этого поединка станет самым привлекательным вариантом для Канело, я буду счастлив, если все так, и будет, посмотрим, сказал Сулейман. Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, рассказал, кто может стать следующим соперником его подопечного. По словам Кавана, Макгрегор хотел бы провести матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но ирландца также интересует бой с Нейтом Диасом. Также Кавана прокомментировал потасовку, которая произошла после боя Нурмагомедов-Макгрегор. «Меня спрашивали, кто может стать следующим соперником Конора. Я сказал, что Хабиб, тогда на меня обрушились с критикой, утверждая, что Макгрегор не заслужил этого боя, но я лишь говорю то, что думаю. Когда Макгрегор может вернуться в октагон, более реалистичное возвращение летом, если не Нурмагомедов, то было бы интересно увидеть продолжение противостояния Макгрегора с Нейтом Диасом. Что касается потасовки после боя Макгрегор-Нурмагомедов, то я понимаю Хабиба. Надеюсь, что его не будут отстранять надолго. Мне нравится смотреть его бои, в то же время я не понимаю поведение представителей команды Нурмагомедова. Я не понимаю, как можно было подняться в октагон и атаковать Макгрегора со спины», — сказал Джон Кавана. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance stand strong. This is it, are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance stand strong. This is it.